Заносим ом кешевая намах. Выпиваем. Берем брах под кирку, вот эту вот линию на ладони. Еще раз все вместе. Ом. Абавитра. Абавитра. Абитрава. Абитрава. Сарвасхам. Сарвасхам. Натопива. Натопива. Яксмаре. Яксмаре. Нарикакша. Нарикакша. Патита Шантарам Абхюпетья Дипая Теви Врита Хету Самана Дхарма Ястатри Хевакия Вишнутая Вибхати Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами Яхкарна Нарвачаре Хаджати Сосмайо Папанича Яшнутая Стапанси Рахмади Кита Патахава Говинда Мади Пурушам Тамам Баджами Ястриндра Гопа Махавендра Махосхарете Говинда Мади Пурушам Тамам Баджами Шри Аханта Ханта Парама Пуруша Калпатара Читананда Джойхи Парам Апита Асватьям Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я слышал, что если гуру приходит, нужно встать. Ближе к центральной. Видишь, сбоку от алтаря гирлянды для мужчин. А где сбоку? Смотри на алтарь слева, видишь? А, слева, да? Кто делает? Я не знаю. Встаньте так, чтобы не сбить ачиманы. Погнали. Получают духовные вина. Потом, когда все это заканчивается. Ну да, они бежали на первый огонь, а потом они... Омагьянтивенандасья генангинашлакая чатсиндритам генатасмайсидарвенуха Шри Чайтанья Манава Вишнава Шрапитам Дена Бутале Швая Гопака Дамая Дарати Швата Дарапитам Джай Шри Кришна Чайтанья Абхуритти Нанда Шри Адвайта Гададха Шивасади Гоар Бхактива Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Харе Рама So on this very auspicious day, we're accepting a number of devotees formally into our Vamabhagya Vaishnav Shampradaya. Сегодня, в этот благоприятный день, мы принимаем целый ряд преданных нашу Vamabhagya Vaishnav Shampradaya. This ceremony is sometimes compared to second birth.
Эти церемонии сравниваются иногда со вторым рождением. Our first birth is from our mother and father. Первое рождение мы получаем от матери и отца. And no doubt they give us, hopefully they give us some good direction in life. И безусловно, они там нам также помогают получить какое-то направление в нашей жизни. Prabhupada was always very indebted to his father. Прабхупада всегда чувствовал себя в долгу перед отцом. His name was Gaur Mohan Day. Которого звали Гор Мохан Дэ. He said on several occasions that he was a pure devotee. Несколько раз он говорил нам, что он был чистым преданным. And Prabhupada remembers that his father had the etiquette to always be inviting sadhus to the house. И Прабхупада упоминал, что его отец в соответствии с правилами приличия часто приглашал в гости садху. This is one of the duties of the householders is to feed the renunciates. Одной из обязанностей домохозяев является кормить отреченных личностей. Renunciates are busy with the real work of life, which is becoming Krishna conscious. Отреченные личности заняты самой реальной деятельностью в жизни, сознанием Кришны. So out of respect for that, the grihasthas maintain those in the renounced order of life. И из уважения к отреченным личностям грихасты поддерживают их. And the tradition was that the lady of the house, she would cook a big lunch. Традиция заключалась в том, что домохозяйка готовила большой пир, обед. And then when the lunch was ready and after it was offered to the deities, после этого этот обед предлагался божествам. Then the man of the house, he would go outside on the doorstep and he would call out very loudly if there's any sadhu within the range of my voice. Three. И после того, как обед был готов, хозяин дома выходил на крыльцо, и он говорил, если есть голодные, в особенности, если кто-то из садху меня слышит, пожалуйста, заходите и пообедайте в моем доме. So Prabhupada said that his house was always full of some saintly persons and some not so saintly persons. Поэтому Прабхупада говорил, что его дом был всегда полон святых людей и не очень святых людей также. Некоторые злоупотребляли этими возможностями. And Prabhupada's father would always request, he'd always request the sadhus to bless his young son, Abai, to become a pure devotee of Radharani. И отец Прабхупады постоянно просил этих садху благословлять Абая, чтобы он стал чистым преданным Радхарани. And Prabhupada dedicated his Krishna book to his father. И Прабхупада написал посвящение своему отцу во вступление источника вечного наслаждения. And Prabhupada said that he imbibed a certain impression of Krishna consciousness from his father. И Прабхупада говорил, что он набрался очень духовных впечатлений, общаясь со своим отцом. Which he says was later solidified by his eternal spiritual master and father, Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakura. И позже, как он говорил, это представление о сознании Кришны было укреплено и развито его вечным отцом Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. And when we take shelter of a spiritual master, that's like a second birth. Принятие прибежища духовного учителя подобно второму рождению. And that birth is required because it's a birth into knowledge. Это важное рождение, потому что это рождение в знании. We take birth in this world, it's more or less a birth into ignorance. Рождение в этом мире является невежественным рождением. We're materially ignorant and we're spiritually ignorant. Мы невежественны и в материальном, и духовном отношении. We know nothing. Мы ничего не понимаем. So we get help from our parents, and then at some stage we have to take shelter of our eternal father, our spiritual master, who
delivers us to Krishna. Мы принимаем прибежище материальных родителей только лишь для того, чтобы в какой-то момент принять прибежище нашего вечного духовного отца, который приведет нас к Кришне. And the day that we take initiation from him is probably the most important day since we left the spiritual world. И день получения инициации, наверное, один из самых важных или самый важный момент с того времени, как мы оставили духовный мир. We left the spiritual world a long time ago. Мы ушли из духовного мира давным-давно. And we've been doing anything and everything but Krishna consciousness. И мы занимались чем угодно, кроме сознания Кришны. But when we take to Krishna consciousness in earnest, we begin the journey back to the spiritual world. Но когда мы принимаем сознание Кришны, мы начинаем свой путь назад в духовный мир. So that day is signified by when one takes the vows today at initiation. И этот день знаменуется для вас принятием обетов. The vow to refrain from all gross sinful activity. Обеты, которые помогут вам избегать грубой греховной деятельности. And to engage in that positive activity which propels us back to the spiritual world. И посвятить себя позитивной духовной деятельности, которая ускоряет наше возвращение в духовный мир. It's like in the beginning of the movement we had this book called Easy Journey to Other Planets. В самом начале движения у нас уже была книга «Легкое путешествие к другим планетам». And it had a very interesting picture on the cover. И на обложке была очень интересная картинка. It was actually a painting. Это была картина. And it showed a devotee chanting japa, flying through outer space, just going out of the material world into the spiritual world. Там был нарисован преданный, повторяющий джапу и пролетающий в космосе из материального мира в духовный. And what propelled him out of the material world into the spiritual world was his chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. И благодаря чему он летел, благодаря силе воспевания Hare Krishna мантры. I know that painting, that book made many devotees in the beginning. People were fascinated that we could travel through outer space by chanting Hare Krishna and go into the spiritual world. Я знаю, что в начале движения многие вдохновились этой книгой, чтобы начать практику преданного служения. Хотели научиться в космосе летать, воспевая Hare Krishna мантру и попадать в духовный мир. So this is the day you begin your journey in earnest back to the spiritual world. Поэтому сегодня этот день знаменует начало вашего путешествия, возвращения в духовный мир. And for those of you who are taking initiation, I'm very happy to help you in that regard. Я счастлив помочь всем вам, кто принимает сегодня посвящение в этом отношении. My spiritual master saved me. Мой духовный учитель спас меня. And I'm very happy to share that same good fortune with all of you. И я счастлив поделиться всеми вами с этой великой удачей. Prabhupada said that a person who is poor and then becomes rich is generally naturally inclined to help other people who are poor. Шрила Прабхупада говорит, если человек был беден и затем разбогател, он, естественно, будет стремиться облагодетельствовать своими богатствами окружающим. Sometimes people born in a rich family and they stay rich, they don't have so much, not so sensitive to the suffering of poor people. Зачастую те, кто родились и живут богатыми людьми, не так чувствительно относятся к страданиям бедняков. So in the same way, one who's been conditioned in suffering in this world, when he gets the mercy of a pure devotee like Srila Prabhupada, then he's naturally inclined to help others who are still struggling in material life. Поэтому тот, кто сам познал на себе все тяготы материальной жизни и был спасен чистым преданным таким как Шрила Прабхупада, должен естественным образом быть склонен помогать окружающим в этом же отношении. That's actually the real joy of life, is to help others become Krishna conscious. В этом заключается истинная радость жизни, помогать окружающим становиться сознающими Кришну. And that's what I saw my spiritual master do the whole time that I knew him. He was always preaching, trying to help others. И
я видел, что это то, чем постоянно занимался мой духовный учитель. Он проповедовал, пытаясь помочь окружающим. So now you're getting initiated formally into Krishna consciousness, so you should also continue the same tradition of helping the poor suffering people of this world come to Krishna consciousness. Поэтому сегодня, получая посвящение, вы должны продолжать эту традицию помощи несчастным обусловленным душам материального мира, чтобы они пришли в сознание Кришны. One time Prabhupada said, Ananda Buddhi Bhardavanam, Krishna consciousness is blissful when it's expanding. Шрила Прабхупада однажды сказал, что сознание Кришны приносит блаженство, когда оно расширяется. Ананда Будхи Вартхана. So it's one of the joys of coming to this part of the world, to Ukraine and to Russia, that the movement's very much alive. I think Dhanashwara Prabhu will agree with me. That the movement's very much alive, that there's a lot of preaching going on, there's a lot of newcomers, new people coming, being saved from material life. This is very nice. И это одна из отличительных черт этой части света, что нас очень сильно радует, что движение сознания Кришны живет и процветает очень активно, очень много людей присоединяется к этому движению. Bhaktisiddhanta Saraswati said, one who has life will preach Krishna consciousness. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur говорит, что тот, кто жив, будет проповедовать сознание Кришны. So I'm happy to share with you this diksha, this Harinam initiation, so you in turn share it with others. Поэтому я счастлив, что у вас есть возможность получить эту милость, получить посвящение Харинама дикша, и я надеюсь, что вы будете делиться своей удачей с другими. We'd like to thank the Lord for giving us a very beautiful day. Мы поблагодарим Господа за прекрасный день сегодня. Nice, the sun is out, it's very warm. Солнце сияет ярко. Perfect weather for a perfect event. Совершенная погода для совершенного случая. Okay. По совершенному случаю. I'm going to keep a little short because I spoke a long time. Я не буду долго говорить, потому что я уже много сказал сегодня. And I'd like to give my godbrother Dhanashwara Prabhu an opportunity to speak as well. Bhakti Vigyan Maharaj spoke. Я хочу, чтобы мой духовный брат Данешвар Прабху также сказал несколько слов, потому что Бхакти Вигьян Махарадж уже обращался к вам. He can speak more about the importance of initiation. Он может сказать вам о том, в чем заключается смысл инициации. And then you'll come forward individually and make your vows, and they'll give you your new names. Затем вы можете индивидуально подходить, произносить свои обещания и получать новые имена. I know the names are very important. Я знаю, что имена очень важны. So we have some really nice names. Поэтому у меня для вас прекрасные имена. I personally picked all the names and I approved of all of them, and they're all very nice names. Я лично отобрал для вас самые лучшие имена, которые, как я уверен, вам понравятся. I hope that you're happy with them. Я надеюсь, что вы будете счастливы. But I personally picked, I looked at your name and I personally gave you that name, so it's nice to know that your spiritual master is thinking. То есть вы можете чувствовать себя счастливыми, понимая, что духовный учитель лично для вас выбрал прекрасное имя. That name is a very special gift from the Guru. Имя является особым даром Гуру. And then our exalted priest will perform the yagya as he does every year. И затем наш возвышенный священник проведет ягью, как и каждый год. He's always very good at this. He looks like a paka brahmana. Он очень опытен в этом отношении. Он выглядит как истинный браман. He eats well. Он хорошо питается. Brahmanas they like sweets because they're in the mode of goodness. So this is classic Brahmana. This is a sign of his brahminical taste. Это очень важно. Брахманы большие любители сладостей, потому что это вкус гуни благости. То есть это признак брахманического образа жизни. Madhu Mangal's Krishna's close friend. He's not looking skinny like this boy. Madhu Mangal – это друг Кришны, и он не выглядит таким же худым, как вот этот парень. No, he has lots of ladus. So он кушает много ладу, поэтому… This is like Braj Basi.
Он, то есть это форма тела Браджабаси. So he'll do the yagya, and then наш священник проведет ягью, и затем the feast has been rescheduled for 3 o'clock. Lord Nrisimhadev's special mercy. Мы перенесли время пира на 3 часа дня. Для вас особая милость Нрисимхадева сегодня. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Indradrimana Maharaj, for giving me the opportunity to speak to your devotees. Спасибо Индрадюмни Махараджу за предоставленную возможность обратиться к ученикам. In a sense, I'm their uncle. В определенном смысле я являюсь вашим дядей. You're making initiation, but I have the good fortune to be able to help them more in Krishna consciousness since I'm the local man. Они получают инициацию, но я могу помочь этим преданным как местный житель. So the father, he is very kind, and he doesn't want to disturb the relationship with his children by speaking very harshly to them. Отец очень добрый, поэтому он не хочет огорчать своих детей резкими словами. So he gives that job to the uncle. Он эту задачу поручает дяде. And then the relationship between the father and the children stays very nice, and the children still get proper training. И благодаря этому у отца с детьми сохраняются замечательные отношения, и дети воспитываются также правильным образом. So, I will speak a little more strongly than Maharaj. Поэтому я скажу немножко более серьезные, то есть немножко более, может быть, такие острые вещи, чем Махарадж. Krishna creates this world for 2 purposes. Кришна создает этот мир с двумя целями. For those living entities who want to come and enjoy the material energy. Для тех, кто хочет прийти и наслаждаться материальной энергией. And for those living entities who want the opportunity to give up their, finish up their business in this material world and return back home, back to Godhead. И также он создает его для тех живых существ, которые хотят покончить с материальным существованием и вернуться домой назад к Богу. Formerly, all of us were in the previous category. До этого все мы принадлежали к предыдущей категории. But now, all of us who are here have an interest in this spiritual life, and we are on the path back home, back to Godhead. Но сейчас все мы интересуемся духовной жизнью, и мы стоим на пути назад к Богу. Krishna, he is so kind that he makes all the arrangements for us. Кришна так добр, что он все для нас устраивает. First of all, he himself comes and by his personal example shows us what to do. Прежде всего, он приходит сюда сам и показывает примером своих действий, что мы должны делать. When Krishna was a boy, he himself went to the Gurukula, accepted the spiritual master and studied under him. Когда Кришна был мальчиком, он сам учился в Гурукуле под руководством духовного учителя. Later on, at the battlefield of Kurukshetra, he spoke the Bhagavad Gita and he gave us further instruction for all posterity that we should take shelter of the spiritual master. И позже в Бхагавад Гите он также объяснил всем нам, как идти по этому пути и принять духовного учителя. Tadvidi pranipatena paripasena sevaya upadekshanti te genam ganilas dachamar marsikvahara. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master and inquire from him submissively. Попытайся понять истину, обратившись к духовному учителю и попрошая у него смиренно. Render service unto him. Предлагай ему служение. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Осознавшая себя душа может дать тебе истину, потому что она понимает, знает ее. Anything that we want to learn in this world, we require the help of an experienced person. Если мы хотим хоть чему-то научиться в этом мире, нам нужна помощь опытной личности. And this is no different in the spiritual science.
и духовные науки остается тот же самый принцип. In fact, even more important in the spiritual science. На самом деле, духовные науки этот принцип еще более важен. So many people, they speculate about how to become spiritual. Многие люди продолжают измышлять разные представления о том, что такое духовность. And their efforts are a waste of time. Их усилия являются напрасной тратой времени. It's compared to like in the middle of the night taking your flashlight to go to try to find the sun. Все равно, что ночью пытаться при помощи фонарика увидеть в небе солнце. Impossible task. Это невозможное дело. Rather, one needs the help of somebody who already knows what spiritual means, what spiritual is, and has realized that in his own personal experience. Мы все нуждаемся в помощи того, кто понимает, что такое духовная жизнь, у кого есть не только теоретические знания, но и опыт в этом отношении. A person with genuine knowledge. Тот, кто обладает истинным знанием. That person, he is worth taking shelter of because he can take deliver to you the highest goal of life. У этой личности необходимо принять прибежище, потому что она может привести нас к высшей цели жизни. Because he has realized that truth himself. Потому что он сам понял эту истину. And by his vijnana, by his realization, he understands how to guide the disciple back home, back to Godhead. Благодаря своей вигьяне, пониманию, он может направить своих учеников назад к Богу. So in this relationship, two things are required. В этом отношении нам требуются две вещи. Qualified spiritual master. Квалифицированный духовный учитель. And qualified disciple. И также квалифицированные ученики. Disciple must also be qualified. Ученик тоже должен быть квалифицированным. And what is that qualification? В чем заключается его квалификация? Surrender. Преданность. It doesn't. You don't have to have a high IQ. Нам не надо иметь высокий интеллектуальный коэффициент. You don't have to have a large amount of money. Не надо иметь больших сумм денег. Big muscles. Мощных мускул. Great beauty. Изысканной красоты. There's no material qualification for becoming a disciple. Чтобы стать учеником, не нужна материальная квалификация. The only qualification that you have is that you surrender at the lotus feet of your guru. Единственная требующаяся квалификация – это преданность лотосным стопам гуру. When you come up and receive your beads and your name from Maharaj, you'll make your obeisances. Когда вы подойдете к Махараджу, получите свои четки, начитанные и духовное имя, вы предложите поклон. Making obeisances is not simply some empty gesture. Предложение поклонов не является бессмысленным ритуалом. There's a meaning behind it. Он наполнен смыслом. It's a demonstration of your submission. Это демонстрация вашей покорности. A physical gesture by which you are showing to your guru that you will follow his instructions. Это физический жест, благодаря которому вы показываете гуру свою готовность следовать его наставлениям. And serve him. И служить ему. Now, you all are very eager to serve your guru. Все вы очень стремитесь служить гуру. What does that mean? Что это значит? When Maharaj comes, you, if you can, you do some service for him. Когда Махарадж приезжает, вы предлагаете ему при всякой удобной возможности служения. You cook some nice prasadam, you drive him here or there, you wash or iron his clothes. Вы готовите для него просад, показываете ему дорогу, стираете его одежду. And these things are nice. Это все прекрасно. But this is not very significant. Но это не самое значительное. Because
if his clothes are ironed or not is not so important. Потому что хорошо выглаженная одежда – это не самое главное в жизни. What's important, what it means to serve the guru means to serve his instructions. Служение гуру самое главное – это служение его наставлениям. This is the meaning of that phrase. This is what it means to serve the guru. It means to serve his instructions. Служение гуру обозначает служение его наставлениям. He tells you to chant 16 rounds. Он говорит, чтобы вы повторяли по 16 кругов. Listening attentively to the Maha Mantra. Внимательно слушая Маха Мантру. So when you do that, this is service to Guru. И действуя таким образом, вы служите Гуру. He instructs you to read Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam. Он наставляет вас читать Бхагавад Гиту и Шримад Бхагаватам. When you do that, this is service to Guru. Действуя, выполняя его наставления, вы служите ему. Yesterday he instructed to make some goals. Set goals. Вчера он дал вам наставление ставить перед собой цели. Please do that. Пожалуйста, последуйте этому наставлению. When I come to the temple this year, when I travel, I'm going to ask who set goals. Когда я буду посещать разные храмы здесь, я буду спрашивать, кто из преданных поставил перед собой цели? And if you have not set any goals, I'm going to chastise you on behalf of Indradyumna Maharaj. Если вы не поставили перед собой цели, я вас могу отругать от имени Индрадюмна Махараджа. Serving the guru means to serve his instructions. Служение гуру обозначает служение его наставлениям. Then one other point that must be made. И я хочу подчеркнуть еще один момент. Today you're taking initiation. Сегодня вы получаете инициацию. This is a, as Maharaj said, this is an important step in your spiritual life, a very significant step on the path back home, back to Godhead. И как Махарадж уже говорил, это очень важный момент для вас, вашей духовной жизни, важный этап возвращения домой назад к Богу. It's the first step. Это первый шаг. It doesn't mean that you have arrived. Это не значит, что вы уже у цели. It's not the destination. Это еще не конечный пункт. Oh, now I'm initiated. Все, сейчас я уже инициирован. Now I'm superior to others. Теперь я уже лучше, чем остальные. Now I'm can instruct others, lord it over them. Сейчас я буду всеми руководить, всех наставлять. This is not what initiation means. Всех учить жизни – это не то, что обозначает инициация. Initiation means beginning. Инициация обозначает начало. Beginning the opportunity to pursue this path back home, back to Godhead. Начало, которое дает нам возможность идти по пути назад к Богу. One has to be careful of false pride. Очень важно избегать ложной гордости. We're instructed, Prabhupada instructed us, that we should not take a spiritual master after a fashion. So Prabhupada предупреждает нас о том, принятие духовного учителя – это не дань моде. Prabhupada was in New York. When Prabhupada first went to New York, he stayed with the Uptown Swami. Когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Нью-Йорк, он жил с одним из популярных свами в городе. So there were many fashionable people in New York who came to take lessons from that Swami. И у этого Свами в Нью-Йорке учились многие люди из высших кругов. And Prabhupada could see that they were adding this relationship with the Swami as another aspect of their false ego. И Прабхупада увидел, что их отношения со Свами носят то есть исходят из ложного эго. Just like you see in any big city, probably here also, every city, you see people there walking their dog. Точно так же, как во всех больших городах, я уверен, что все это видели из вас, люди прогуливаются с собачками. And especially in a cosmopolitan city like New York or maybe Dnipropetrovsk, it's nice to have a fashionable dog.
особенно в таких метрополисах, как Нью-Йорк или Днепропетровск, собака становится данью моде. A very nice poodle that's with a beautiful haircut. Очень красивый пудель с аккуратной стрижкой. Or some fancy Alaskan dog with lots of hair. Или же мохнатая лайка. So the people, they walk down the street very proudly with their dog, showing, I have such and such a dog. И люди с гордостью прогуливаются со своей собачкой, всем показывая, какая она у них редкая и модная. See what a sophisticated person I am. Посмотрите, какой я особый человек с такой собакой. Another aspect of their false ego. Это еще один аспект проявления ложного эго. So we should not take guru as a fashion. Поэтому гуру не принимается как дань моде. In the same way, adding something to your false ego. Чтобы еще больше раздуть свое ложное эго. Индрадюмна Махарадж, he is my Guru Maharaj. У меня Гуру Махарадж сам Индрадюмна Свами. The famous Индрадюмна Свами. Знаменитый Индрадюмна Свами. The one who sings such wonderful bhajans, kirtans. Тот, кто поет прекрасные баджаны и киртаны. Yes, him. He is my Guru. Да, это мой Гуру. No, not like this. Не таким образом. We don't take guru after a fashion. Guru – это не дань моде. But our relationship with guru is that that means that we don't use the guru to serve our false ego. Другими словами, гуру не предназначен для того, чтобы раздувать наше ложное эго. Rather, we must become the servant of the guru. Но мы должны становиться слугами гуру. And by his grace, give up this false ego. И по его милости избавиться от ложного эго. This is a beginning for you. Для вас это самое начало. Beginning an important journey on the path back home, back to Godhead. Начало важного пути домой назад к Богу. It's a long and for most devotees difficult path. Это длинный и для многих преданных сложный путь. But you can be assured of success. Но вы можете быть убеждены в успехе. If you surrender. Если вы предаетесь. If you serve the instructions of the guru. Если вы служите наставлениям гуру. If you are willing to give up your material attachments. Если вы готовы отказаться от своих материальных привязанностей. These ifs are very important. Слово «если» в этом контексте важно, очень важно. It's required. Это то, что требуется. As much as we don't give those things up, as long as we don't follow those. Насколько мы не сможем отказаться от всех этих привязанностей, насколько мы не сможем следовать наставлениям духовного учителя, then our path back home, back to Godhead will be very difficult. Настолько же мы осложним свое возвращение домой назад к Богу. This difficulty is meant to remind us that there's no pleasure, no happiness in this material world. Сложности предназначены для того, чтобы напомнить нам о том, что нету счастья в жизни, в материальном мире. Whatever struggle you may have, this is due to material attachments. Любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, созданы материальными привязанностями. And if you want to stop the suffering, simply give them up. Если мы хотим перестать страдать, надо от них отказаться. It's a powerful process. Этот процесс очень могущественный. This process of sadhana bhakti is extremely powerful, and by following that process, you can give up all of those attachments. Процесс садханы бхакти очень могущественен, и следуя ему, избавиться от привязанностей. And you can become fixed on the path of bhakti. И мы сможем утвердиться на пути бхакти. Then you can be happy. И в результате вы сможете быть счастливыми. Happy in Krishna consciousness. Счастливы в сознании Кришны. Happy in the sense that Bhaktivedanta Maharaj was speaking about this morning. Счастливы в том смысле, о чем говорил Бхакти Вигьян Махарадж сегодня утром? Because you will have bhakti. Потому что у вас будет бхакти. And that bhakti
is priceless. Бхакти является бесценным даром. It's worth more than anything else that we can imagine. Это то, что дороже всего, что мы можем вообразить. There's no material thing that can be even considered significant next to bhakti. Нет ничего материального, что могло бы сравниться с бхакти. And that bhakti is in your grasp. И бхакти у вас в руках. You have to take it. Необходимо принять ее. But to take it, you have to let go of Maya. Но для того, чтобы принять бхакти, надо отказаться от Майи. So you have everything you need now. Поэтому сейчас у вас есть все, что необходимо. You have a self-realized spiritual master. У вас осознавший себя духовный учитель. You have all the instructions that you require. Все наставления, которые вам нужны. Now you have to do the work. Теперь вам надо выполнить свою задачу. And as much as I can, if I happen to be near or come to wherever you are, please allow me to serve you and help you in service to Indradyumna Maharaj. Если я буду поблизости от вас, позвольте мне также помочь вам в вашем служении Индрадюмне Махараджу. And together we can all go back home, back to Godhead. И так вместе мы сможем вернуться домой назад к Богу. Srila Prabhupada ki! Srila Indradyumna Maharaj ki! Хорошо, спасибо, что это сделали. Да. Okay, we're going to call the initiates up one by one. And you can pay your obeisances to the deities and then to your spiritual master. Say the vows, and we'll give you your beautiful names. Теперь вы можете подходить по одному, предлагать поклоны вначале божествам, потом духовному учителю правым ключом, и затем вы будете получать четки и духовные имена. Первый, пожалуйста, подойдите, Александр Бодраков из Москвы. Перечислите, пожалуйста, обеты, которым вы обязуетесь следовать до конца жизни. Дорогой Шрила Гурудев, я обещаю до конца своих дней следовать четырем регулирующим принципам, не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикатор. И в круге. Также я обещаю каждый день повторять Харе Кришна Мантру на четках не менее 16 кругов в день. Также читать книги Шрилы Прабхупады не менее 1 часа в день. Всегда оставаться слугой преданным Христом. Новое имя будет Шри Гиридхари Дас. Шри Гиридхари Дас. Пожалуйста, скажите, каким обетом вы обязуетесь следовать до конца жизни? Перед лицом всех вайшнавов, перед лицом духовного учителя, я обязуюсь соблюдать четыре регулирующих принципа. Не есть мясо, рыбу, яйца. Не принимать одурманивающих средств, в том числе и кофе, и чай. Не играть в азартные игры, не иметь незаконно. Ваше новое имя будет связано с великим преданным Кришной. Your name is Narayan Pandit. Narayan Pandit. Did you like that play yesterday? Понравился вчерашний спектакль? Regulations. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю соблюдать четыре регулирующих принципа, не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не принимать никаких одурманивающих веществ и интоксикаций. Обещаю не участвовать в азартных играх и денежных махинациях и не заниматься незаконным сексом. И также обещаю каждый день повторять минимум 16 кругов. You're in the theater group? Вы в спектакле играли, да? Вчера? Нет?
not yesterday. He's in the group. Is your service? А каким служением вы занимаетесь? At the moment, he is living in different city in Kharkov. He used to help Sadachar. Oh, he's organizing fever in there, in Kharkov. So from this day on, your name shall be? С этого дня ваше новое имя будет? Domodara Anandadas. Андрей Ефимов. Хари Рама. Очистите ваши обеты, которым вы обязуетесь следовать до конца жизни. Микрофон. Громкость можно добавить. Рам Кешева. Рам Кешева. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама. Перечистите ваши обеты. С этого дня я обязуюсь следовать четырем регулирующим принципам, принятых ИСККОН, не употреблять пищу, рыбу, мясо, яйца. Вот. С этого дня ваше новое имя будет? Шьям Прасад Дас. Шьям Прасад Дас. Обозначает милость Господа Шьяма Сундарски из Гомеля. The rules and regulations. Перечисти ваши обеты. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю не употреблять мясо, рыбу. So from this day on, your name will be. С этого дня ваше новое имя будет. Шри Вишну Дас. Шри Вишну Дас. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Микрофон возьмите, пожалуйста. Свои обеты. Дорогой Гуру Махарадж, с этого дня обещаю следовать четырем регулирующим принципам. Не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца. Не употреблять интоксикации. Заниматься незаконным сексом и не играть в азартные игры. У вас будет имя связано с одним великим преданным Господа Чайтанья. Last night we saw some very nice Chaitanya Leela. Прошлым вечером мы видели спектакль по замечательной Чайтанье Лиле. So your name is? Ваше новое имя? Шриканта Сенадас. Шриканта Сенадас. Бхактананда Махарадж из Санкт-Петербурга. I'm giving you the word that I not use meat, I'm not wearing illicit sex, I'm not doing any gambling and alcohol. I don't take and I chant 16 rounds minimum. This day forth you should be called. С этого дня вас будут называть Нарасинга Вапу. Нарасинга Вапу, да. Нарасинга Вапу. Употребляйте алкогольные напитки. Не играть в азартные игры. Your name is Prema Avatar. Prema Avatar. Я обещаю следовать всегда четырем регулирующим. У вас какое? Я служу в маленьком храме божества на Киеве, в маленьком храме. Пуджари, sir. This day on you shall be called. С этого дня вас будут звать Шьяма Сангита. Шьяма Сангита, да. Шьяма
Гагара Махарадж, я обещаю, что я никогда не буду есть рыбу, мясо, яйца, не буду принимать никаких интоксикаций, не буду играть в азартные игры, не буду вступать в половые отношения, кроме как для зачатия детей. И я обещаю ежедневно повторять 16 кругов Махамантры. Ваш супруг здесь? Yes. Где он? What is your name? Вас как зовут? У вас будет одно из имен Радхарани. Обозначает, что она влюблена в Кришну. Кришна Прита Даси. Прита обозначает любящее. Потому что Радхарани любит Кришну. Сегодня я обещаю вам до конца жизни следовать четырем регулирующим принципам, не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не играть в азартные. У вас будет замечательное имя. Your name, from this day you should be called. С этого дня вас будут звать Расамурти. Расамурти, да. Она получает вторые инициации сегодня. Из Киева, Локешвари Даси из Казахстана, Прия Башини Даси из Одессы, Рада Крипа Даси из Минска, Намараса Дас из Тирополя, Нитай Гора Сундар Дас, Ситанат Дас из Москвы, Шаши Мукхи Даси из Санкт-Петербурга, Кришна Бхакти Даси из Краснодара и Раса Манджари Даси из Краснодара. Поаплодируем этим. Перечислите ваши обеты, пожалуйста. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю вам придерживаться таких четырех регулирующих принципов. Не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Не играть в азартные игры. Не принимать интоксикации. Не участвовать в денежных махинациях. И не заниматься незаконным сексом. Также я обещаю читать Махамантру не меньше 16 кругов, в Экадыше обещаю не меньше 20 кругов. И читать книги Шрилы Прабхупады. What temple are you from? Вы из Полтавы, да? Да, из Полтавы. From Ukraine. Where's your husband? Ваш муж здесь? Нет, дома. Дома с сыном. So, your name means the servant of Radharani. Ваше новое имя обозначает служанка Радхарани. Your name is? Это имя? Radha Sevika Das. Radha Sevika Das. Я обещаю следовать четырем регулирующим принципам, не употреблять в пищу. Вы из Одессы. Your husband is here. Ваш супруг здесь? What is his name? Как его зовут? Мамшивата Дас. У вас тоже будет имя из Вриндавана. Это имя обозначает та, кто очень дорога Господу Шьяме. Шьяма Прия. Шьяма Прия. Дяшила Гурда. I promise you to follow four regulative principles until the end of my life. Ваше имя обозначает служанка ростка преданности. Мы поливаем росток преданности, бхакти-лату. С этого дня ваше новое имя будет Кришналая Даси. Кришналая Даси. Просто Наталья из Екатеринбурга. Это очень красивое имя. Servant of the fame of Lord Chaitanya. Служанка славы Господа Чайтаньи. Kirti means fame. Кирти переводится как слава. So your name from now on shall be. С этого дня ваше имя будет Gaurakirti Dasi. Gaurakirti Dasi.
чести ваши обеты, пожалуйста. Дорогой Шрила Гурубек, я обещаю следовать четырем регулирующим принципам, не есть мясо, рыба, яйца, не заниматься азартными играми, не заниматься незаконным сексом и не принимать интоксикации, не читать, повторять Хари Кришна Махамантру каждый день 16 лет. Необычное имя Радхарани. The bestower of devotional service. Радхарани наделяет преданным служением. She's the embodiment of devotional energy. И сама она является воплощением энергии преданности. That energy is called Shakti. Энергия на санскрите называется Шакти. She's the form of that devotional energy. Она олицетворение энергии преданного служения. Your name is? Ваше новое имя будет? Shakti Swarupini. Shakti Swarupini. После пикту регулирующих принципов не употреблять пищу, мясо, рыба, яйца. Красное имя. Благословение Кришны. Радхарани is golden color. Радхарани золотистого цвета. Gold is kanchana. Золото на санскрите звучит как канчана. And Krishna loves Радхарани. И Кришна очень любит Радхарани. Ему нравится все, связанное с Радхарани, включая ее золотистый цвет. Это имя, которое обозначает, что Кришна влюблен в золотой цвет Радхарани. Your name is Kanchana Balabhadasi. Kanchana Balabhadasi. Бхактин Виктория, Бхактин Бриндавана, следующая, пожалуйста. Валерия, Бхактин Валерия из Тирасполя. Дорогой Гуру Махарадж, я до конца своей жизни обещаю выполнять 4 регулирующих принципа. Это не употреблять. У вас будет прекрасное имя. Ваше детское имя немножко изменено. Оно обозначает служанка ростка преданности во Вриндаване. Your name is Vrindavan Lata. Vrindavana Lata. Я сейчас следовать четырем регулирующим принципам. На самом деле, это проявление уважения к Гуру. I was always nervous in front of Guru. Я также нервничал в присутствии Прабхупады. What temple are you? She's from Тираспол. Это Молдавия, да, Тираспол? Молдова, that's close to Odessa. Your husband is here? Ваш супруг здесь? He's here. What is your name? She has a very beautiful name. У него очень красивое имя, у вашего супруга. Rupa Goswami's deities were called Radha Govinda. Божества Рупа Госвами называются Радха Говинда. Эти божества в конечном итоге переехали в Джайпур.